Учений, разумную инициативу, смелость, высокие моральные и боевые качества ефрейтору Чистякову предоставляется краткосрочный отпуск с выездом на родину. Служу Советскому Союзу! Поздравляю вас! Прошу передать вашим родителям благодарность, что вырастили настоящего человека, достойного защитника нашей родины. Я детдомовский, товарищ подполковник. И к кому ты сейчас едешь, если не секрет? Какой же секрет? Друг у меня Сашка, еще в детдоме близнецами дразнили. А теперь он квартиру получил, и все у него нормально. Хватит прятаться. Выходи. Давай. Сейчас. Здорово. Да. Здорово. Ну, здорово. Ну, как жизнь? В порядке. Здравствуй, Тонечка. А, здравствуй. Здравствуй, Феденька. Проходи. Ух ты. Ну, ладно, перестань. Ну. Ты уж извини, что не встретил. Ты понимаешь, ремонт у меня. Ну, и тесть еще говорит, тут олифа неровно засохнет. Ну, что, я не знаю, где ты живешь. Я на трамвае мигом. Ну, ладно, давай, проходи. Проходи. О-ля-ля. Присаживайся на самое почетное местечко. О, садись. Квартирка. Здравствуйте. Здравствуйте. Это тебе держи. Ой, спасибо. Ну, как дела? Нормально. Вы не знакомы? Это Вера, моя подруга и землячка. Наш Ушинский. Имею честь представиться, Федор. Вера. Ну и что? Ну, рассказывай, за что отпуск хлопотал. Ну, как ты думаешь, за что может получить отпуск Федор Чистяков? Подвиг совершил. Естественно. За отвагу и мужество. Понятно. Я тут тоже 2 недели назад, как пошел в атаку на полы и стены, так до сих пор прорваться не могу. Представляешь, побелка, покраска и так далее. Ну как, ничего накат? Как в лучших домах. Ну, до этого нам, положим, еще далеко. Ну? Ну что, сообразим что-нибудь на скорую руку? В честь гостя. Саша. А что, я мигом слетаю? За секунду? Саша. Федя, ты уж извини нас, пожалуйста. Ну, сам понимаешь, вторую неделю у соседей живем. А вот придешь к нам завтра? Или нет, лучше послезавтра. Саша здесь все уберет, приведет квартиру в порядок. Вот тогда мы и отметим твой приезд. Правда, Саша? Правда. Ну, как служба? Нормально. Угу. Тоня, да? Мне пора. Дай мне книгу, которую ты мне обещала. Да-да, сейчас.
Саша, ну сколько раз я просила тебя не трогать мои книги? Да не трогал я твои книги. Ну ладно. Я потопал. Ну что ты так вдруг? Не вдруг, вот, а сразу. Хорошо. Ибо мудрец сказал, что нет ничего страшнее для дружбы, чем долги и ремонт. Подожди, подожди. Ну что ты обиделся? Сейчас все уладим. Ну, во-первых, я не обиделся, потому что все вижу и понимаю. А во-вторых, времени нет, а дел полно. Так что извини. Деда будущего. О, я, как вижу, ухожу отсюда не один. Прошу вас. Пока, Саша. Пока. До свидания, Тонечка. До свидания. Ну и куда мы сейчас? Мне еще кое-куда зайти надо. А вечером на поезд. Вы уезжаете? Домой. Я ведь не здесь живу. Случайно не бывали? Никак нет. Хотя намерения были. Не скоро. Но только намерения, не больше. И долго вы собираетесь меня вот так сопровождать? А что? Ну, у вас в городе, наверное, знакомые, друзья. Чтобы не обижать друзей и знакомых, я предлагаю вам оригинальнейший выход. Сейчас мы расстанемся, а через час встретимся вон у того кафе. Только прошу вас, не убивайте меня отказом. Хорошо. Я не буду убивать вас отказом. И через 2 часа я буду вот у того кафе. Модерн. И не без шика, должен вам сказать. Да, я до сих пор не знаю, где вы живете. В Сосновке. Село такое небольшое. Но красивое. И как там у вас насчет цивилизации? Чайная у нас есть. И давно вы в городе? 2 дня. Пока что конференция. Минуточку. По педагогике, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь. Самое удивительное, что я вообще редко ошибаюсь. И многое угадываю. Не верите? Верите? Угу. Перед вами не совсем дальний родственник Вольфа Мессинга. Гадание на кофейной гуще. Ну зачем же? Вашу руку. Итак, вы работаете в большой светлой школе о 3 этажах. Угу. У вас куча детей, которые вас просто обожают. Пойдем дальше. У вас приличный дом, целое хозяйство. Большой огород, телевизор, холодильник, корова, поросятки. Ну и, конечно, муж, механизатор, передовик труда. Все, что после холодильника, не угадали. Я с бабушкой живу. Простите, я уже опаздываю. Я вас провожу. А как же ваши друзья и знакомые? Одни на даче. Другие подождут. Можно вас?
будет в Хабаровске, можно поехать. Ефрейтор Чистяков. Ваши документы. Так, куда следуете? В Сосновку? К родственникам в гости. Счастливого пути. Спасибо. Федя, а я не знала, что у тебя в Сосновке родственники. Действительно, а почему бы не в Сосновку? Могу предложить вам, если не месяц в деревне, то просто один день. Приезжайте рано утром, днем вы дышите свежим воздухом, пьете парное молоко, любуетесь природой. Вечером садитесь на поезд, утром вы уже здесь. Великолепная идея. Здравствуй, Верунька, здравствуйте. В гости? В гости. По телеграмме встречала? По телеграмме, Елизавета Алексеевна. А-а-а. Кто это? Соседка. А это что у вас там? Наш новый клуб. Недавно начали строить. Здравствуйте, Вера Алексеевна. Здравствуй, Андрюша. Здравствуйте. Здравствуйте. Верунька, ты с солдатом. Пора девке замуж. Да. Вот это моя школа. Да, плохая из меня гадалка. Давно ты здесь? 2 года. Сразу после училища. Здравствуйте, Вера Алексеевна. Здравствуй, Любонька. Я все книжки прочитала, что вы нам задавали на лето. Молодец. Вера Алексеевна, а мы поедем в город на экскурсию? Обязательно, как договаривались. Ну, бегите, бегите, бегите. И много их у тебя? 16. 3 начальных класса. Это тоже твой? Нет, Игорёшка еще не скоро ко мне придет. У меня в школе 3 класса. Сама себе и завуч, и учитель, и директор. А вот и мой дом. Да как-то неудобно. Проходи. Заходи. Федя, друг Саши. Проходите, проходите. Ну и как там Антонина устроилась? Хорошо. Угу. Садись. Ремонт затеяла. Ну, полный разгром в квартире. Бабушка, а Федя пока у нас погостит. Ну, ладно, ладно. Как съездила? А, дел было много. Хорошо доехали? Спасибо, хорошо. Бабушка, а Федор отпуск получил за боевые заслуги. Молодец. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Проголодались, небось, с дороги. Сейчас я на стол соберу. Я тебе помогу. Ешь. А я тебя только на завтра ждала. Хотела повидать Светлану Ивановну, она в отпуске. Бабуль, ты уж не пала, скорее будет. Ты уж не обижу. А у меня там в основном по педагогике. Угу. Методическое пособие. Для начальной школы. Понятно.
Уж извините, у нас, конечно, не то, что в городе, но, как говорится, чем богаты. Садись, Петь, вот сюда. Из старушечьих припасов. О. Как у вас там в армии-то насчет этого? Разрешается иногда. Бабушка, за ваше здоровье. Угощайтесь. Огурчиком закусывать, грибочком. Хорошие грибки. Нынче лето грибное. К нам часто из города приезжают грибники. Места здесь хорошие. Да вот пойдете и посмотрите. Нынче и земляники было много. Ты любишь земляничное варенье? Оно душистое. Я в детстве мог целую банку съесть. А вы сами-то из города будете? Из города, бабушка. И отец с матерью там? Конечно, в городе-то удобств больше. Я вот Веруньке сколько говорю, перебирайся в город. Там и народу больше, и веселее. Так вот, не хочет меня старуху одну оставлять. А разве у нас скучно, бабушка? Кому как. Я вот всю жизнь здесь прожила и не скучала. Молодежь нынче все на люди рвется. Вы ешьте, ешьте. Но пустой желудок и песня плохо поется. Спасибо. Федь, а тебе моя бабушка понравилась? Хорошая у тебя бабушка. Приветливая. А твои друзья, они не будут беспокоиться? Ну ты же ведь им ничего не сказал. А чего им волноваться? Не маленький. Петь, хорошие у нас места, правда? Да. Красиво здесь. Жаворонок? Такой маленький, а всюду слышно. Жаворонков у нас много. А вон там рыбачит. Знаешь, сколько здесь рыбы? А у меня друг прямо из окна дома рыбу ловил. Как? А летом жили на сеноуборке, в домике окна которого выходили прямо на совхозный пруд. А там карпа зеркального разводили. Так вот он утром, пока все спят и никто не видит, прямо из окна удочку забросит, раз и готово. Клев был жуть. Только однажды бригадир заметил, что карп вдруг сам в окно влетел. Сначала оторопел, а потом понял, шуму было. Присядем? Присядем. Прошу. Что это? Барашек. Что? Стучек. Птичка такая есть. Эх ты, рядовой стучек. Видишь, пасека вон в том околке? Мы раньше в Усачах жили, когда еще дедушка живой был. Он эту пасеку стерег, а я к нему бегала. Тут калина кругом. Я люблю, как калина цветет шапками. А в цветках жучки маленькие, золотые золотинки. Thank you.
У тебя кто-нибудь есть? Ты? А до армии? Не помню, забыл. С тобой невозможно говорить серьезно. На все у тебя какие-то шуточки. Федя, расскажи что-нибудь о себе. Родился в 1954 году, школу окончил в 71-м, потом работал, армия. Потом получил отпуск, встретил тебя. Нет, ты не серьезный человек. Это только кажется. Пойдем. Какая луна огромная. Чему ты улыбаешься? Я просто подумал, что, может быть, настанет время, и кто-то вот так же там, на Луне, скажет: смотри, какая красивая Земля. Я ее такой никогда не видел. Так и будет, наверное. А вообще, выдумал я все это. Что? Нет у меня никаких родственников, ни полгорода знакомых. Вообще никого нет. Деддомовский я. Вот ты с бабушкой живешь. Наверное, отца с матерью помнишь. А мне и вспомнить некого. Знаешь, как пусто бывает на душе, когда вспомнить некого. Ну, теперь-то мы вдвоем. Да. Красивая ты. Красивые у тебя глаза. И губы. И волосы. Знаешь, а ведь я все знала. Что знала? Про тебя. А почему ты сразу не сказала?
просила, любя, подожди немного. Но торопит тебя дальняя дорога. Этот полдень и лес, и поле. Час прощальный, твой взгляд печальный, вспомни. Есть дороги, есть расстояния, как не сетуй. Есть дороги, но расставания нету. Но всегда. Всегда этой песни звуки никогда, никогда нам не быть врагом.